Десятки бумажных самолетов отправляются в небо советского района прямо по взлетной полосе, правда, имитированной. Так, с помощью прожекторов обыграли памятник истребителю на Краснодарской. На прогулку в обновленном сквере уже стягиваются местные. Замечательно. Ну, есть место, куда можно выйти вон с ребенком и на качелях покачаться, и внешне все красиво. Очень красиво. А раньше тут как было, помните? Да, конечно, помню. Как? Ну, вот этого всего не было. Сейчас очень... Все преобразилось. Подсветить сквер попросили учащиеся школы неподалеку. Они написали письмо Олегу Дерипаска. В прошлом году «Русал» отреставрировал истребитель МиГ-21. Памятник стоит в сквере уже полвека. А в этом году здесь установили новую уличную мебель, поставили качели, подсветили аллеи, и исполнилась мечта детей. У самолета создали взлетную полосу. В прошлом году, когда делался променад по улице Краснодарской, еще с Сергеем Васильевичем была договоренность, что мы приведем в порядок самолет. То есть подсветим, покрасим, проведем обследование. Мы это все сделали в прошлом году. Но и идея в этом году наступила такая – сделать взлетную полосу. Раз есть самолет, значит, должна быть взлетная полоса. Софья Толстопятова, Илья Гришан. Новости Прима.